Всем привет! Меня зовут Ксюша. Расскажу вам про набор школьника принцессы. Купи ребенку ТВ. В этот набор входит вот такой вот замечательный рюкзак. У рюкзака плотная вентилируемая спинка. Также у него удобные лямки. Они широкие, что облегчает нагрузку на детскую спину. Также у него имеется такая вот чудесная ручка. Она выполнена из пластика. За нее очень удобно носить рюкзак. У рюкзака есть одно большое отделение, внутри которого есть отделение для альбомов и вот такое вот сетчатое отделение. Рюкзак застегивается на молнию и прекрасно раскрывается при этом. Также есть небольшое отделение для тетрадей и каких-либо мелочей. Изнутри оно украшено такими вот чудесными цветочками. На самом рюкзаке изображена принцесса из мультфильма «Спящая красавица». По бокам у рюкзака имеются два кармашка, они застегиваются на молнию. Также в этот набор входит вот такой вот замечательный пенал, пенал-тубус. На нем точно такое же изображение, как и на рюкзаке. Внутрь пенала ребенок сможет сложить всю свою канцелярию. Также у пенала имеется такая вот чудесная ручка, при помощи которой его можно переносить. И последний предмет в этом наборе – это вот такой вот чудесный мешок для обуви. На нем также изображена принцесса из мультфильма «Спящая красавица». У него есть такой вот замечательный кармашек, куда ребенок может положить, ну, допустим, сюда можно сложить шапочку. И застегивается этот мешок при помощи двух шнурочков. Вот таким образом. Этот набор для школьника станет отличным подарком для вашей девочки. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.